приглашаем на футбол и зрителей канала Матч ТВ. Это фонд Кубок России. Мы на стадионе Веб-Арена в Москве. И здесь пройдет ответный матч полуфинала фонд Кубок России в пути российской премьер-лиги. ЦСКА играет с самарскими крыльями Советов. Напомню, что первая встреча в Самаре завершилась в ничью 2-2. Каждый из них забил за эту команду по 3 мяча в текущем розыгрыше российского кубка. Плюс еще Владимир Писарский забивал за Оренбург. Такая подача. Подача похожая на удар по воротам. Мяч летел, кажется, под перекладину. Поздравляю Торопа. Это Глен Бейл. Как запустил мяч. А это удар был? Ну, очень похоже, что да. Да, совершенно верно. И в число этих поражений или неудачных, невыигранных матчей как раз попало то самое поражение. Здесь вот ЦСКА со счетом 0-4. Сейчас Иван Обляков. Футболист, который тоже в ударе. ЦСКА в ударе и Иван Обляков в ударе. В последних 4 играх у него... точнее, у него результативные действия в последних 4 играх. 3 забитых мяча и голевая передача. Забивал Динамо крыльям, кстати, и факелу, и в матче с Зенитом победным. Голевой пас на его счету. И вот Иван Обляков. И это перекладина за крылья Советов. Но он забил по мячу ворота Динамо в каждом из матчей. Да, там в падении все-таки Федорчан. Да, да. Ох, как классно он тянулся к мячу. Классно, красиво. Классно. Очень красиво, да. А сейчас они еще и подкопятся в перерыв. Но пока Гаич исполняет этот штрафной удар. Подача не сумел перебить через защитников. Но все-таки еще одна подача. Это же Обляков и даже получается удар в створ ворот. Нет, не будет углового. Первый тайм завершен. 0-0. Не открыт счет. Игра действительно казалась в начале более многообещающий, более острый, увозя из столицы победу в кубке и проход в следующий, возможно, этап. Но полуфиналы состоят из 2 частей. Да, вот сейчас тоже еще одна отсылка к игре Писарского еще в любительский футбол. Сейчас расскажу. Ох, вот что творит Писарский, бьет с левой, мяч летит вдоль. Но поострее он заиграл явно во втором тайме. Включил отсутствующую школу, включил дворовую технику. Писарский стал обыгрывать. Расправился с Мойзесом. Мойзес, здесь продолжается эта борьба. Сейчас уже и Зайнудинов против Писарского. Как активизировался все-таки Писарский во втором тайме. Классная передача! И удар, и угловой. Это был Николай Рассказов. Но, ты знаешь, должно быть по действующим лицам ровно наоборот. Согласись. Ну, справа должен рассказывать. Она была бы ничьей, Тимур. Кто еще сделает все это? Крылья с мячом в чужой штрафной площади. Бейл. Подача. Евгеньев. Удар. Штанга. Штанга. Да, была перекладина, есть штанга. Все это, конечно, звонкие, но промахи. Счет прежний 0-0. Фернандо Констанца пострадал, лежит в штрафной площади. Что случилось с Констанцией? Тут за явным преимуществом. Подача. Скидка под удар. Ударит. Тороп забирает мяч. Ну вот, давненько не было ударов в створ ворот. Ну и для молодого вратаря очень важно было вот забрать мяч уверенно, спокойно. Правда, он прилетел к нему в руки, но тем не менее. Чувствую, что, может быть, действительно Бейла и выберут. А вот и снова Бейл! Правда, и за его спины атаковал Зайнудинов. И где-то уже там что-то похожее на вспышку пиротехническую произошло на той половине поля. Как будто бы гол уже кто-то увидел, но гола нет. Удар Зайнудинова. Мяч попадает опять в ворот с внешней стороны. Не знаю, есть ли тут штанга. Нет, в сетку. Если Фролов подтянется, если он успеет переодеться. Если Фролов подтянется, то это будет его первый выход на поле почти за 2 года. 21 апреля 2021 года. Последний раз он участвовал в футбольном матче. А тем временем ЦСКА в атаке. И мяч улетает в сетку ворот. Видимо, не будет никакой серии пенальти. Посмотри, сколько народу у крыльев лежит в штрафной площади. ЦСКА до ворот Ломаева во втором тайме не доходил. И вот когда все уже ждали действительно серии пенальти,
Видимо, и крыль. Ой-ой-ой-ой-ой. Это еще и несчастный случай. Да, лучший по версии. По одной из версий лучший. Забивает собственные ворота. Это Гленн Бейл. Гленн Бейл в собственные ворота отправляет этот мяч. И, видимо, отправляет ЦСКА на встречу с Уралом. Давайте смотреть. Подача Бейла. Ой, в какую точку прилетает Писарскому этот мяч. Пытается Медина за своей половины поля пробить по воротам. Бежит спасать Бейл. Ну, конечно, мяч, тут уже его инерция умерла. Не долетел. И все. Указывает на центр Артем Любимов. Крылья Советов Самара отправляются в нижнюю сетку. Нет, нет, они не вылетают из кубка. Они будут участвовать в турнире. Они узнают своего соперника следующего, после того, как определятся все участники.